Младенец Елена Дорогань. Эй, на кладбище! Есть кто живой среди покойников? Это вроде оттуда голос. Голос вроде оттуда. Иди посмотри. Посмотри, иди. Сережа. Сереженька, ты где? Здесь. Где еще? Что, раньше не мог прийти? Видите ли, друг мой, Сергей, есть в натуре много необъяснимого. Молчи, а. Молчи, еще слово, и мы поменяемся местами. Давай. Живой, слава Богу. Все. Позже все. Позже, Захарка Паскевича. Советский танк. Сила, перед которой не устояла хваленная немецкая техника. Сержант Ребров, на выход. Я ничего не слышу! Да выключи же ты хрень эту! Генерал, концы рубит. Ну и чё дальше? Думайте. Времени нет. Думайте. Анастасия Андреевна, это же ваше дворянское гнездо. Ну? Где лаборатория может быть? Усадьбу перестраивали несколько раз. Но предположим, что предки мои симметрию ценили. Ну и чего? К чему ты клонишь? Если одна анфилада подземных комнат находится под библиотекой, значит, вторая должна быть где-то под нами. Умница ты наша. Недаром Семен киномехаником подрабатывал. Может, мне тоже кто-нибудь объяснит? Прямо под нами. Сечешь? Ты сечешь? Танкист не зря здесь галифе протирал. Он, собака, вход караулил. Че стоишь? Ищи давай.
Ну-ка, сдвинем. Давай. Ну-ка. Давай! Мать твою! Ругаться обязательно, господа? Кто такие? Профессор Белявский, если не ошибаюсь. С кем имею честь? Тихо. Где Захарка? Послушайте, я не позволю. Я требую объяснений. Так, прими за тех. Что за беспардонность? Анастасия? С мальчиком все в порядке. Мальчик спит. Молите Бога, профессор. Где Паскевич? Генерал скончался, молодой человек. Не знаю вашего имени. Что же случилось, Михаил Андреевич? Умер под наркозом. Сердце не выдержало. Я предупреждал в его летах. Перестаньте. Вы же полвека по трупам шли к этой операции. По детским трупам, профессор. Нет, я понимаю. Комплекс Бога. Смертью смерть хотели попрать. Только заповедь классика в дороге забыли. Счастье всего человечества не стоит и слезы невинного ребенка. Так что же случилось с вами, профессор? Ну, это милейший вопрос иерархии ценностей. Я ученый, а не игумен. Говорите не по существу. Вы зря испытываете наше терпение. В чем смысл экспериментов? Когда вы узнаете, вас уничтожат. Может быть, не теперь, но потом обязательно. Ты искалечил жизнь бабушки. Ты убил отца. Теперь ты угрожаешь моему жениху? Ты не выйдешь отсюда. Узнаю кровь семейства Рачковых. Спокойно, родная, спокойно. Мы рискнем, профессор. Что ж, извольтесь, прошу. Только после вас. Кстати, а чей это бубен? К делу не относится. Ну, в таком случае отнесем его к Обрубкову. Что? Знакомая фамилия?
Вы не смеете. А чего же? Напрасно. Сигары кубинские. Заработались, профессор. Давно не были на свежем воздухе. Сигары ваши в любом табачном киоске продаются. Что вы говорите? Как шагнул социализм? Однако вернемся к вопросу. Вам известно, что такое пинеальная железа? Я так и думал. Она расположена в промежуточном мозге и вырабатывает гормон, отвечающий за старение организма. Сам же промежуточный мозг и является, как бы это сказать, камерой хранения человеческой души. Тело умирает, дверца открывается. Что так просто? Как все гениальное. Велик наш создатель в простоте своей. Суть же моей идеи состояла в том, чтобы активизировать развитие промежуточного мозга ребенка и пересадить в него личность умирающего старца. Да-с, молодые люди, создав таким образом вечный жизненный цикл для избранных. Зачем же ребенка? Зачем не какого-нибудь преступника? Взрослый мозг, обремененный собственной эмоциональной информацией, не годится. Фактически, она представляет своего рода иммунный щит, преодолеть который весьма затруднительно. Как следствие, нужны были дети. И желательно мальчики. Ага. Но возникло препятствие. Попытка воздействовать через вакцинацию на мозг еще в материнской утробе вызвала побочный эффект. Верно, доктор? За долгие годы борьбы с метастазами Захарка оказался единственным, кто выжил и сохранил психическое здоровье. А вы далеко забрались, друг любезный. Итак, появился носитель для пересадки в него личности Паскевича. В случае успеха – череда бессмертных вождей. Вот почему кремлевские старцы так нуждались в вас. Скорее нуждаются. Какой чудовищный бред. Напротив, это реальность. И создал ее ваш покорный слуга. Свой бубен. Сгибание пространства и времени для скорого путешествия по лазу, соединяющему верхний мир с нижним. Главный бог нижнего мира. Выходи ко мне. Я
Ерунаша. Яхта. Амахахты! Эрликхан держит его сульде. Эрликхан хочет белый шаман. Лечи. Все говорила. Уходим. Наконец-то, Михаил Андреевич. 2 года, шутка ли? Завтра? Сейчас. Ждать нельзя. Утром погоня будет. А это что? Это все, что мы искали. Низкочастотный канал, по которому логос доноров в чужую оболочку переходит. Хоер. Сагайнагенда Гаврила. 2. Становятся одним. И что же вы далее намерены предпринять? Помощи! 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 Лепускевич! Идрис еще! Ключ. Палате. От сейфа. Там противоядие. Зеленые ампулы. Мальчику по 3 укола. Каждые. В раю, партизан шизанутый. Сегодня 24 апреля. День рождения Семена Михайловича Вдённого. Маршала, командарма 1-й конной армии. Понимаешь? Эх! Полезай. А Наташка-то пироги с вишенкой испекла. Дорогая, не узнает, какой танкиста был конец. И, дорогая, Захар! Что? Сын мой! Что с ним? Спит он, спит. Спит? Спит. А я верил. 2-й месяц, как на иголках. У меня чувство было. К маме. Пошли, Захар. К маме. Сам военный атташе из Гонконга. Тебе дорогу железную привез на электричестве. Одних вагончиков 8 штук. Даже товарные есть, Захарка. Ладно, ребята, удачи вам. Не ссорьтесь, главное, что
В общем... Ну что, Анастасия Андреевна, присядем на дорожку по старому русскому обычаю. О, Ольга Петровна, ты уже? Веселый вы, Сереженька, это славно. А есть повод. Захарка помирает. Я скорую вызвал. Либо мне. Сейчас. Господи, как нелепо. Нелепо, Господи, Господи. Сережа говорит, позови батя. Проститься хочу. Все хорошо, Захар Алексеевич. Все хорошо будет. Слово помощника машиниста. А машинист который? А ты машинист. Вот поправишься, махнем с тобой по китайской железной дороге до самого Шанхая. Здесь болит. Очень. Потерпи, дружок, потерпи. Есть у меня лекарство верное. Доктор придет, укол тебе сделаем. Скорее бы. Ты что, Захарка? Держись, пацан. Захарка! Захарка! Держись. Мальчик мой, коровиночка моя, деточка моя золотая, ты только не умирай, пожалуйста. На кого ж ты нас покидаешь, деточка моя? Пошла в вот кура старая. Значит, успел таки, профессор. Хватит речей! Через 6, максимум 9 часов я без сыворотки умру. Мальчик тоже умрет. Вы готовы убить ребенка? Не готов. Но вы готовы, Паскевич. Ты убьешь еще сотни, тысячи ради своих одряхлевших продолжателей идей всеобщего равенства. Алексей Петрович. Похоже, что у Захарки нервное расстройство. Надо его на обследование срочно вести. Мне очень жаль. Ему жаль. Нам всем очень жаль. Ты меня еще не так пожалеешь. Тварь ты. Нет, Серега. Больницу я его не отдам. Не могу. Извини.
Я и с кулапом этим не верю. Пусть уж лучше дома, коли судьба. Тетя Настя. Тетя Настя, вы не обижайтесь на Сережу. Я там слышал, как два старика разговаривали. Тот в белом и другой. Ведь это Сережа им Никешку-то нашел. Я слышал. Еще другой сказал, что Сережина письмо в книге осталось, где двери открываются. Ты что-то путаешь, милый. А может, и путаю. О чем он, Сергей? Спрячем пока. Хасан. В печку. Пока. Противоядие. Понял? Против яда. Понял. Сам профессор Белявский, сходя в гроб, подарил. Другая бы, конечно, но не она. Она не другая. Она не простит. Понял ты? Понял ты? Морда немецкая. Сахара Алексеевича Реброва. Иннокентий Ребров прячется в клубе деревни Пустыри. Срочно принятые меры к его задержанию помогут избежать. О! А здесь уже празднуют. Здорово, земляк! Ай, красавец, а! Степаныч меня из дурдома выписал. Прикинь, вот она справочка о досрочном освобождении. Кто ж сомневался? Степаныч, голуба моя, сам за мной. На электричке заехал и сразу главврачу на стол приказ из органов. Бац! Вот она, вот она. И это... Ой, Степаныч, молодца. Молодец, молодец. Наслышан уже. Силен ты оказался, бродяга. Навел шороху. Давай, накрывай, сынок, закусывать. Сам накрывай. А,
Ну, сам так сам. Вот это сухпай! Чистоганом. Раиса в психухе выдала. Ай, зверь. Зверь, а не сестра по женской линии. Я пас. Кому пас? Откуда ты знаешь, пас он? Мы не в футбол сюда играть приехали. Верно, Степаныч? Вот такой момент. Временные трудности. А знаешь, как еще наши временные трудности называются? Ну? Постоянные. Правильно вас москвичи не любят на гражданке, а? С жиру вы беситесь. Колбаса вместо частика всякий день. Это в то время, когда в стране соревнования двух систем. Война идет. Холодно. Верно, верно. Ты, Виктор, остынь. Ладно. Сотрем черту между городом и деревней. Развести надо. Это ты кроликов будешь разводить, а спирт запивают. Учись, пока я рядом. Ну, зато наши боеголовки лучшие в мире. Кто ж сомневался бы? Ой, мы. А куда сейчас? Сережа, где будильник? В погребе. Гаврил Степанович, а как вам удалось такое бомбоубежище оборудовать? Без ведома начальства. Когда фрицы подходили, Паскевич с Белявским же в Москве свои опыты ставили. А я вроде как в подполье остался. 3 недели тайник копал, чтобы на связь по рации выходить. Пеленговали, конечно. Гестапо раза 3 обыск устраивало. Хрен че нашли. Дверной механизм у меня так устроен. Через каждые 12 часов открывается. Ну, ты и сам уже успел заметить. А? Ладно, Степаныч. Мне на автобус попутку ловить. Точно. Давайте, мужики. И когда же вы, полковник, веру в своих кровожадных товарищей утратили? А вместе с рукой? Кантонцы меня взяли с разведотрядом. Четвертовать собрались, а успели только руку отнять. Когда семеновцы нас отбили? Какие семеновцы? Те самые, что ли? Казаки. Станица их неподалеку была. Вот они меня и спасли от верной погибели. Враги, стало быть. Выписался я из госпиталя и в штабе узнал, что СМЕРШ эту самую станицу под корень в расход пустил. Вот тут-то я и задумался впервые, где наши, где свои. Понятно.
А что это я Анастасию не вижу? Поссорились? Хуже. Невесту я потерял. Захарка обречен. В общем, жизнь удалась. Хреново. Ну, ты воспирай, Сергей. Анастасия Андреевна поймет. Все образуется. Конечно. Само собой. Временные трудности. Главное, Паскевичу с Беляским хана! Тын-цы-тын-пан! Истребишь главаря, истребишь всю шайку. Устал я, полковник, от вашей китайской грамоты. А ты, значит, вакцину с дневниками развеял? Не врешь? Остался словарь бурятских поговорок. Вон там, в ящике стола лежит. Товарищ полковник, сапоги на него поставили. Точно цыган на ярмарке, Гаврил Степанович. Или в консерваторию меня поступить агитируете. Так у меня слуха нет. А ты все-таки послушай. Имеем шанс мальчонку спасти. Ну и чё стоим? Нафига нам канистры? Бензина, полный бак. Ты ж только до станции просил отвезти. Чё я за твоими вещами заезжал? Настя плачет. Посмотрела на меня так, что у меня душа перевернулась. Я, конечно, молчу, но... Тише ты. Болтаешь, как баба на крестинах. Ты бы лучше ружьё своё приготовил. Похватишься, поздно будет. Узнаешь меня, а? Узнаешь. А ты помнишь ли, товарищ, про запасную разновидность? А? Про кабанчика упыря? Помнишь? Так он тебя в лесу дожидается. Ты о чем говорила? Зачем тебе? Не суйся ты в это дело. Уйди, Петрович. Тебе этого знать не надо. Уйди. Хали, Захарку своего хочешь? Обратно же. Уйди. Thank you.
Сахирус ушел. Сахирус ушел. Муюм. Саша. Мучат горд бугит. Ружье-то зачем? Калиюгу мочить. Сегодня 18 апреля, уважаемый. Сегодня он, если верить Паскевичу, наступил. Сегодня и отступит. Ты пьяный, что ли? Нынче вепря валить будем, друг мой. Запомни. Да ты в дрезину. Тут от тебя разит. Я сразу учую. Как только ты ко мне с утра заявился. Муем, Саша. Муем, Саша. Дед Гаврила. А? Я спал? Спал, Захар Алексеевич. Ты как себя чувствуешь? Хорошо. А подушки где? Какие? Подушки? С повидлой. А? Помнишь, что обещал? А после Сережа обещал. А после я уснул. Я что ли дома? Дома, милый. И батя дома. И батя. Батя. Захарка! Сын мой, сынок, родной ты мой, ну как ты? Помнешь, бать, я спал так долго? Мать, ты где там? Живой. Живой. Господи, счастье-то какое. Я раб твой, Гаврила. Остав Петрович, неловко. Век на тебя молиться стану. Ты за Сергея лучше молись. Да брось, Серега, на станции опохмелишься. Все лучше. Мало на него полвека егеря бестолку охотились. Теперь он на меня охотиться будет. У него теперь личный счет ко мне. Филя. А? А вот и он. Ни хрена себе. Смотри, Филя. Смажешь, костей не соберем. Зато мы делаем ракеты. Вот так вот. Красная к атаке, Паскевич.
а зеленая отбой. Привет. Ну чё, куда идем? К Ельсею сначала. Возьмем пивка для рывка. Контора следит. Я ведь каждый день здесь гуляю. Я решила, что Бог видит. Если судьба, значит, встречу тебя. Серег, ну ты идешь, нет? Это кто? Познакомься, Иннокентий Сергеевич. Это сын твой. Живу рядом, в квартире профессора на 3 комнаты. На меня, оказывается, Белявский завещание оставил. Странный был человек. Не то слово. Учусь на заочном. Бабушку схоронила 1 год назад. Жаль. Так и не попрощались. Ну а ты? Чем занимаешься? Пиво пью. Извини. Работаю на товарной станции упаковщиком. Пойдем домой, Сережа. Иннокентия пора кормить. Я тоже тебя люблю. Всегда любил.